видео выходит каждый день в 20.00 вы знаете больше всего на свете я боюсь только одной вещи что мои сказанные слова будут трактоваться как-то неправильно и по итогу люди меня совершенно не так поймут то есть поймут абсолютно не то что я сказала поймут то что я там выдумал и казалось бы что я за это ответственности абсолютно никакой не несу за то что там люди себя сами понапридумывали однако вот ну, как-то меня это все смущает и вот в вчера в 8.00, как и полагается, у меня вышел ролик, как Артур Митин украл паблик сам Ютуб и Митин Шоу в GTA Самп, плюс комментарии владельца. Не прошло и нескольких часов, как человек, вот нынешний владелец паблика Твой Ютубер, написал следующий комментарий. Никнейм у него, кстати, был Кисиф или Цизиф, возможно, я, я не знаю, как читается данный никнейм, да я и думаю, что это не имеет особого значения. Так вот, а вот что он написал. Хоть я и владею ютубером, но лично у меня к митину нету претензий. Конкуренция рождает годные вещи. Разумеется, тут с ним не согласиться, ну просто нельзя. То есть я не знаю, кем нужно быть, чтобы не согласиться с данным человеком. Однако нельзя и отменить тот факт, что он понял меня абсолютно неправильно. То есть... Блять, я сказал абсолютно другое. Я, я не говорил, что конкуренция не нужна, блять, и то, что ну, многое другое. Конкуренция это самая нужная вещь из всех. То есть, если бы не было конкуренции, сам ютубер бы а, давно пришли к уровню Барона Гейм коронаса и больше бы а, ничего не хотели сделать наилучшего, чтобы люди смотрели и такие «Ох, ебать, какой монтаж! Ебать, как у того челика поставлен голос! Ох, ебать, как он старается со озвучкой! Ох, ебать, как он старается с монтажом!» Нет, все бы давно пришли к уровню барона Геймкороноса, то есть а, где Дикция. Ну такая себе, ну прям не то что такая себе, а пиздец какая хуевая а, и многое другое. То есть, ну прям вообще бы никто не старался. Однако тут же я сказал о том, что Артур Митин, вот этот самый человек, который казалось бы, ну достаточно такой неплохой, а делает вот такую вот хуйню, то есть нагло, блять, своровал паблик. Разумеется, не сам паблик, а вот идею паблика публиковать вот эти вот. новые. Вот эти вот бездальнейшие новости про GTA. Блять, я ударил по фильтр сука, в каждом ролике его бью, если я этот по фильтр не ударю, то ролик не задался. Так вот, сука, в каждом посте идет нахуй вот а, публикация какого-то ролика какого-то ютубера и говорят, ой, да какой же классный ролик, ой, нам, как он нам понравился, ой, не, ну это, это такой класс, это прям не то чтобы класс, это прям секс, это анальная порка, то есть можно даже так сказать. И, и вот, ну, блять, ну каким нужно быть ебал? Чтобы понять, вот блять, я заступился за этот самый пап за вот эту вот парашу, которую они там публикуют или удаляют по а, показанию какой-то, блять, шлюхи с сам Ютуба. И тут в, вот такое вот происходит. Ну на полном, вы что, блять? Ну, ну я просто нахуй не понимаю. Ну серьезно, блять. И тут даже, когда я вас защищаю, казалось бы, вы сыграли, блять, в полной красе. То есть вы такие нет, не надо нас защищать, пусть нам мить бьет а полувялым по щекам мы даже морщиться не будем но ну, ну как это блять работает ну о чем с вами вообще можно говорить я я просто блять не понимаю это это пиздец блять не ну это это какой-то полнейший пиздец ну твой ютубер блять господи я, я не знаю как после этого помогает людям очень сложно жить блять когда ты пытаешься всем вокруг помочь очень сложно жить с обостренным вот этим вот чувством я не знаю вины или с обостренным чувством совести это дико сложно можно, Когда казалось бы, что проблема даже не твоя, но ты стараешься помогать людям. Понимаю, ну, ну я, я, просто, блядь, не понимаю. То есть тут я помог этим уёбкам, и, и этот, блядь, а, главный по журналу пишет такую хуйню на полном серьезе, блять Наверное, просто, наверное, блять там где-то, а, я не знаю, в переписках ВКонтакте, в углу где-то там шкирится, говорит, блять Митин, уёбок, забрал всех людей к себе в паблик, там, трофик, дипсайз и так далее, его перед. А мой, блять твой ютубер никто не пер, Господи. Господи, блядь. а тут мне такой, да, не митинг классный чел, то есть ну, на полном серьезе, у нас к нему нету никаких претензий. Очень сильно нравится митинг, то есть, ютубер классный, то есть, а как пиццу он готовил, а в хоккей как играл? Господи, блять, да, митин он лучший. Митин это в самом деле лучший человек на свете. Как, как про него вообще можно плохо-то говорить? Ну, но ну я блять я не понимаю, просто пиздец. То есть стараешься помогать людям, а тут вот такая вот хуйня, твои слова, эти же самые люди, которым ты помогаешь, трактуют абсолютно неправильно, вводя зрителей тем самым в заблуждение. Многие же подумали, что я против конкуренции, блядь. Да я не против нахуй конкуренции, я за конкуренцию обеими, блядь, руками. Я за покупку большого числа рекламы, я там, я не знаю, я за честные методы борьбы. а Вот это, это вот именно конкуренция, и вот именно вот закупка рекламы, это все честно, хотя, блядь, конкуренция это же... Ну ладно, не особо важно. Я за честные методы борьбы по типу взаимного там пиара, покупки рекламы и многого, многого другого. Однако почему-то вот этот самый вот главный чел, вот который теперь главный из твоего YouTube, Ют... он этого почему-то не понимает. Он говорит типа, блядь, да ты чё, да конкуренция это класс... Я, я, блядь, я где-то сказал, что конкуренция это плохо или что в ролике. Я просто нахуй не пони... Ну, на полном серьезе, блядь. К как, блядь, после такого помогать людям? Я просто, блядь, не по это все равно, что ты будет такой типа, блядь а, в спас человека, когда его наебывали там при продаже квартиры, он такой типа, блять, ну и что ты сделал? В этой жизни же всем надо есть, вот он бы меня наебал, но зато он бы там купил себе там поесть лишний раз, да, то есть дошираки там и так далее. Что ж ты наделал такой уебок ебаный? Я, я, я не понимаю, блять, ну как, как можно быть такой сукой-то просто? Я, я не понимаю, что за пиздец? Блять, неужели ты что со мной может что-то не так или что? Да, разумеется, мы живем в капиталистическом обществе, где никто никому не помогает, где каждый хочет каким-то образом нажиться, хоть честными путями, хоть нечестными. Зачастую это, естественно, нечестные пути, вот по типу того, как а, Митин спиздил вот эту вот идею паблика и наживается, наживется на этом в будущем, либо наживается уже сейчас при помощи продажи рекламы. Я не знаю, что они туда публикуют в этот твой... А, ваш, я не знаю, свой... А, сам Ютуб, но, 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 это, это пиздец. То есть, ну это в самом деле пиздец. И то есть, поступать вот так вот, как ебаная крыса, Митин, ну на полном серьезе, блять, ну что с тобой не так? За тебя вроде бы, блять, там все топят, и Ангел Касада, блять и даже вот этот уже чувак, у которого по итогу, ну даже не тот чувак, у которого спиздили, а который сейчас является владельцем твоего ютубера. Ангел Касада не топит за Митину, но и ничего плохого про него не говорит, насколько я знаю. Ну, ну это прям, ну это пиздец какой-то, ну, ну я, Блять, я просто не понимаю. Блять, как можно быть таким, я не знаю, каким-то хуевым, вот как вот создать, вот, не создателя, а вот а я все время путаю вот этого создателя, блять, чувака, который теперь просто стоит у руля твоего ютубера, но я, я просто, блять, не понимаю. Да, возможно, этот че, вот этот кисив, блять, вот этот кефир, он не стоял у истоков твоего ютубера, и поэтому он нихуя не знает, нихуя не понимает, такой типа, блять, да ты че, конкуренция классная, конкуренция, блять, нужна. Я, блять, и не говорил, что конкуренция не нужна, я говорил, что митинг, спиздил у вас, блять, иди. pública. Просто, я не знаю, и, и, как это можно было не понять и трактовать мои слова так, что я, блядь, против конкуренции, я за конкуренцию в чистом ее проявлении. Когда, сука, конкуренция, она идет при помощи там закупки большого количества, я не знаю, рекламы при а, там публиковании уникального контента. а Не просто когда ты ролики ютуберов, блядь, публикуешь, но это какой-то, это, я не знаю, спам-группа какая-то, блядь, или что, или группа с порнухой ВКонтакте, где, блядь, ты заходишь, а там а, крем по увеличению там, блять, члена увеличить свой член за 2 секунды на 45 сантиметров, или а, там, знаете, какое-то объявление по типу благодаря этому препарату ваша жена сможет не кончать 10 часов. Вот купил до сих пор так сказать. Ну, я думаю, что это не важно. Я думаю, что вы меня поняли. И сука, я хотел, блять, вам помочь абсолютно. Я, я не зарабатываю никак с этих роликов. И неизвестно, буду ли я зарабатывать с этих роликов в будущем. Блять, я просто на чистом энтузиазме хочу в самом деле помочь. Людям людям, когда вижу какую-то несправедливость и так далее. опять же хочу вам сказать, что если там у вас какая-то интересная ситуация, вас кто-то наебал э, в сам сегменте и так далее, у вас нету канала на Ютубе, чтобы об этом рассказать людям, говорите мне. то есть мне э, достаточно давненько уже писали люди по типу того, что их там продавцы вертовки дают и так далее. пишите мне по этому поводу, я обо всем расскажу. но сука только потом не говорите, блять, вот ты рассказал, что там продавец вертов наебывает. блин, так ему что же жить типа надо, вот это знаете как Данил Гаврин, который наебал чуваков, там, на 20, что ли, тысяч рублей или на 22 тысячи рублей за, по-моему, один месяц или на, или даже не за один месяц, там, по-моему, меньше был, но на основном канале, это самый популярный ролик, по-моему, про этого самого Данила Гаврина, можете посмотреть. И, и, я просто не... Как вообще? Я, я не знаю, блядь. И даже похуй, что я помог этим пидорасам, блядь, за бесплатно, не, не взял с них абсолютно никакой копейки, то есть, блядь, и более-менее как-то нормально про них высказался, и про то, что что они начали трактовать мои слова неправильно. Мне на это абсолютно похуй. Вот про просто, блядь, само вот это вот отношение, когда ты помогаешь людям, а они делают такую хуйню, блядь. Ну, ну я просто, блядь, не понимаю. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.